Привет всем! Как и обещал, сегодня я покажу, как сделать гранату и как сделать самодельный глушитель. В общем, для гранаты нам понадобится одно сырое вещество и три гвоздя. И у нас получается граната. Давайте ее скрафтим. Теперь, для того, чтобы получить самодельный глушитель, нам нужны две банки. Если у вас банок нет, то не проблема. Их можно получить с помощью металлолома и за инструмент взять молоток. Но у меня есть. Поэтому мы берем две банки пустые и берем две банки с под кока-колы. И за инструмент мы берем огонь. И мы получаем самодельный глушитель. Мы его тоже крафтим. Итак, давайте посмотрим, к чему ему можно прилепить-то. Я пока лазил, нашел себе мотоморез. И посмотрим, что к нему можно прилепить. Так, на него глушитель прилепить нельзя. Ладно. У меня есть мох. Давайте глянем. Да, можно прилепить муфлер. Ух ты, смотрится неплохо. Давайте сравним выстрел. Сейчас мы зарядим. Давайте три. Так, так звучал этот глушитель. Теперь возьмем супрессор. Одинаково. А давайте теперь вообще уберем все. Ну, разница заметная. Что ж, давайте посмотрим, как будет действовать наша граната. Итак, мы прибыли в город. Давайте кинем нашу гранату. Возьмем гранату и кинем ее куда-нибудь туда. Понятно, я мазила. Ну ничего. Теперь будем испытывать наш глушитель. Сильно. И смотрится стильно. В минусе. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, урок был полезным. В следующий раз я расскажу, как сделать карджек. Да-да, вы не ослышались. Как сделать карджек, подъемник автомобиля. Так что не пропустите. До скорых встреч.